его демонизируют примерно там 3% населения, да? Вот. Остальные его не демонизируют. Там есть люди, которые не одобряют политику Путина, да, их 14 примерно процентов, да? Вот. Из них процента 3-4 упоротых, которые считают, что он черт с рогами, да? Вот. 86% населения политику Путина одобряет, да? Из них процентов 10 считают, что он гений, а остальные просто одобряют. Вот. Поэтому, то есть, как бы, мне кажется, что, так сказать, это какие-то там филологические изыски по поводу того, что половина его демонизирует, половина его боготворит. Никто его боготворят и демонизируют максимум 15% населения. Вот. Из них там вот такая вот милипушечка считает, что он черт, да, вот, и чуть побольше считает, что он гений. Остальные одобряют, не одобряют, нравится, не нравится. Так сказать, у нас в стране, слава тебе Господи, достаточно мало шизофреников, вот, которые относятся к политическим фигурам с какими-то невероятными эмоциями. Ну, я считаю, я одобряю политику Путина в большей части. Там, бывает, что не одобряю, но это в основном вкусовщина и нюансы. Да? Вот. Чтобы есть вещи, которые я бы, ну, поправил, да? Вот. Но общий тренд, так сказать, политики Путина я одобряю. Вот. Есть люди, которые, так сказать, в чем-то наоборот с ним согласны, но общий тренд не одобряют. Вот. Ну, среди них есть как левые, так и правые. Там. Вот. Я считаю, что политика Путина она достаточно умеренная во всех отношениях, поэтому к ярым недоброжелателям путинского режима относятся либо радикальные леваки, которые немедленно всех расстрелять и национализировать, да? Причем эти леваки, да, они даже не знают, что у нас больше 50% экономики в России, они, это государственный сектор. То есть, как бы, то есть по рамкам, так сказать, современных обществ, да, у нас почти социализм. То есть вот, потому что по определению классическому социализму, да, то есть социализм – это государственный капитализм, направленный на социальное благополучие населения. Да. У нас огромный государственный сектор в экономике, у нас основные естественные монополии принадлежат государству большей части, и доход с дивидендов и налогов, он в основном пускается в социальную сферу, инфраструктурные проекты. Это социализм. Товарищи левые. Вот. Не полные, конечно, но это очень большой элемент социалистической экономики. Значит, либо к недоброжелателям Путина относятся крайне правые, которые хотели бы расстрелять не буржуев, а хотели бы расстрелять всех коммунистов и чурок. Да? Вот. Ни с теми, ни с другими мне, в общем-то, не по пути.